Управлять пиздец. Без кнопки. А, все. Поехали. Опускается с кнопкой, поднимается без кнопки. Попробуйте. Без кнопки. Слышите, как он трещит? Вот надо, он должен так трещать. Поехали. Так. Левый поворотник. Много руль не крутите. А возвращать придется много. Левый ряд перестройтесь. Перестроение должно делать, вы должны выполнять уже со скоростью. А у меня вот, я наоборот. Мы уже в правый ряд уходим. Видите, там фура летит? Поворотник-то включите. Ну, что самих знает, сзади идущий. Хотя ему что знает, откуда он мозг. Он же видел вас с поворотником. Да? Вот да. Машина сзади сейчас умно сделала, да? Перестроилась. Она взяла и ушла, потому что вы видите, что вы с поворотником ехали. Не дал, не стал вам мешать. А водитель того легкого грузовичка небольшого, он ехал за нами, вы поворотник включили, он это видел, ушел вправо, опередил нас по правой полосе и вернулся в левый ряд. Это я называю дятлами. Ну, потому что мозгов нет, честное слово. Скорость какая у вас? 40. Посмотрите на спидометр. Вот я вот на экзамене провалила из-за этого. Второй раз. Но я раньше начала разгоняться. Знаки 40, вы спидометр смотрите с вами. Скоростной режим. В левый ряд перестроитесь. Смелее. Спидометр, скорость. Впереди машина выехала. Тоже учитывайте это все. В правый ряд перестроитесь. Заходим под него, выключаем поворотник, двигаемся на перекрестке направо. Сверху знаки у таблицы, да, установлены? Движение по полосам, да? Да. Вот вы сейчас поворотник включили, вы должны были, по сути, заехать направо. Это хорошо, он понял, что мы не сворачиваем, видит, что ученики. Влево смотрим, уступаем дорогу этому мазу. Поехали. Он мог как и в левый повернуть, так и в правый ряд. Поэтому мы должны убедиться, куда он поедет. В левый ряд перестраиваемся. В правый ряд перестраиваемся. Не слышали? Да. А на мосту уже нельзя. Не можем. Перестроение? Да. А почему нет? А где это мозг? Ну вот сейчас, когда мы... Это разве мозг? Да, мы с
скорость превысили, нет? Да. Под 70 едете. В левый ряд уходите. Тормоза уберите, пожалуйста. Влево уйдите, вот. За регулируемым перекрестком в правый ряд перестроимся. Уронили мне все, что можно и нельзя. Куда ж так летите-то? Так я вот в голове я держу задание и начинаю вот мешкаться. Вот с этим бороться нужно. Угу. А как? Практикой, поехали. Только практика. В правый ряд перестраиваемся. Разгоняйте автомобиль сначала. Смотрите, видите автобус далеко по правой полосе. Вот так вот. В левый ряд перестроитесь. Двигаемся в прямом направлении. В правый ряд перестроитесь. Разгоните автомобиль. Давайте, видите, автобус выходит от остановки. А теперь заходите в правый ряд. Он пока разгонится, вы уже его опередите по этой полосе, правильно? Угу. В левый ряд перестроитесь. Пропускаем автобус, чуть скинули скорость, пошли под него. Пошли. Газу. Разгоняйте автомобиль. Правый ряд перестраивайтесь. Пошли, автобус уже увидел, автобус заговорился. Машина прекрасно увидела, что вы перестраиваетесь и не дал вам помех, не создал. Мы же должны включать, да, поворотники? Вы поворотники выключите, что вы делаете? А если вот то, что помеха? Какая помеха? Где машины помеха? Стоят. Так вы по той полосе не ехали. Это какой-то карман тут, что ли? Угу. Я даже не могу понять, что это там. Движение мы будем по главной дороге производить. На знаки сверху смотрим. Движение прямо, где мы должны двигаться. Выключайте поворотник. Ой. Едем, не нужно останавливаться. Знак какой был? Прямо ехать. Молодец, там а, 40. Был. Он за перекрестком бы закончился, но вот перекрестки начали движение более чем 40. Выбирайте место для остановки. По двум полосам едете. Что у вас смутило? Меня сейчас? Да. То, что это как его? Нельзя здесь останавливаться, двигаемся вперед. Там знак с перекрестком сразу стоял, остановка запрещена. Угу. Нужно смотреть знаки. А я не видела, если честно. Это плохо. Левый ряд перестройтесь, пожалуйста. Двигаемся с разрешенной максимальной скоростью на данном участке дороги. Какая разрешена 40. Скорость? Какая разрешена скорость? Сейчас много 60. Перекресток? Да. Регулируемый? Нет. А что это? А, это прилегающая навигация. Нет, а светофор что означало? Пешеходная дорога. Пешеходный переход. Вот, переход. Двигаемся в прямом направлении. Здесь тоже 40. Здесь тоже 40.
как отсчитывать 300 метров? Ну, допустим... На спидометре. Да. Видите, мы... 326.5. Видите? Угу. Нет, это я поняла. Не, я знаю. Я в том плане, что вот когда начинается 40, да, 300 метров, начало движение. И раз отшелкнуло, допустим, 6 сразу. С 6 начинать считать. 100 метров прибавляйте всегда. Все. Лучше переехать, чем не доехать, да? Угу. Вот я вчера, позавчера не доехала. На экзамен? Угу. Чуть-чуть не доехала. Переспарил. Выбирайте место для остановки. Так, сейчас нам вправо? Да, по маршруту, но направо. Знака, почему не остановились? Потому что я выезжала с... Ну, вы выехали, был перекресток. Да. Действие этого знака отменено уже было. Угу. То есть до этого знака вы могли остановиться. Так долго девочка думала и не сдала экзамен. Ну я же могу вот здесь остановиться. Можете, конечно. Смелее, смелее. Поехали. Только не забывайте, что вы стоите сейчас на мокрой почве, на обочине. Угу. Передачу так. Включаем. Плавненько начинаем движение. Просто начните движение плавненько. Поворотник где? Асфальт зацепим колесами, тогда газуйте. Поехали. Вот. А если бы газовать начали бы там, так, то, соответственно, вы бы просто буксовали. А, у вас передний привернули, да, поршень? Да. А вы же тоже в роторе? Или нет? Угу. Насколько надо сбрасывать?
на столько, сколько вам хватит, ну, расстояние, чтобы остановиться в случае появления поезда. Грубо говоря, 20, да? Да. Это всегда надо, при, когда железные пути. Ну, линии. Место для стоянки убираем. Пропечатали сзади. Угу. То есть вы должны делать свой, еще протяните чуть-чуть протяните, вот. Чтобы люди увидели, что вы останавливаетесь. Все, стойте. Вот. Впереди автомобиль поворачивает от нас направо, мы от него налево. Соответственно, мы нужно будет друг другу, ну, дать возможность разъехаться. А то мы сейчас номер к номеру подъедем, и все, и будем стоять друг на друга смотреть. Вы поглядываете на встречную полосу дороги. Если бы это не было, да, вот машины? Ну, никого не будет, будем ехать. Вот чуть-чуть вот так. Еще. Что там? Никого. Поехали, раз никого. В любую из повод. В любую. Да, быстрее только это делается на перекрестке. Вы что тут думаете? Какая красивее полоса, что ли? Место для остановки выбирайте. Вы что по двум полосам двигаетесь? Так. Сейчас. Так, место для остановки. Правильно? Да, поехали.
левый ряд перестроитесь. Правый ряд перестроитесь. Что вы сразу растерялись? Едьте, так. Как ехали. Вы сразу скорость бросили. Да. Сразу руки побежали по рулю. Не надо так. Увидели сплошной перекресток, ну и бог с ним. Проехали дальше, а потом сделали свои дела. В левый ряд перестроитесь. Поехали. Та машина же. Она вас пропускает. Скоростной режим не нарушайте, выбирайте место для разворота. Зеркало обязательно. Мотоциклист до сих пор еще ездит. Сейчас я же могу? Да. Газу.